20 июля 2019 года, 18 часов 35 минут, в пожарно-спасательную часть 17 города Ковылкино, Республики Мордовия, поступило телефонное сообщение о возникновении пожара в строении дома, расположенного по адресу Республика Мордовия, Ковылкинский район, село Мордовский Авгуру, улица Ленина. На место пожара выехали подразделения пожарно-спасательной части номер 17, под руководством начальника караула Шейна Алексея Александровича. По прибытию к месту вызова происходило открытое горение строений дома по всей площади. Дом принадлежал женщине 1960 года рождения, которая в момент возникновения пожара находилась в доме. В результате опасных факторов горения женщина получила ожоги и была госпитализирована в центральную больницу города Ковылкино. В настоящее время по факту пожара проводится предварительная проверка в порядке статьи 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Наиболее вероятной причиной пожара послужили тепловые проявления аварийного режима работы электропроводки. Николай Глазков, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского муниципальных районов.